из более чем 20 стран. Это огромное количество, это огромные залы, чтобы вы представляли, будучи там все 5 дней, ну 5 дней это VIP-вход и 4 дня это обычный вход. Каждый день, проводя на ярмарке по 5-6 часов, я находила новое произведение и новые галереи. В Гонконге нет ни одной реалистичной работы. Вот представьте, ни одной вообще. Инсталляции, перформансы, абстракции, и не, ну, скульптура самая разнообразная, и ни одной реалистичной живописи, ни одной. Когда мне художники говорят, как развиваться в галерее, и что вообще сейчас важно, то всегда, даже в России, я говорю о том, что надо очень внимательно смотреть на то, как художникам дают возможность международного развития. То есть, если галерея предоставляет вам только возможность групповых выставок внутри нее или выставки исключительно на российской территории, то значит, скорее всего, у вас и карьера будет определенная. Поэтому сейчас очень важно обращать внимание на то, что происходит в мире.